На сегодняшний день случаев заболевания гриппом зафиксировано не было, но количество людей, заболевших острыми респираторными заболеваниями, увеличилось. Это, по словам специалистов, связано с началом учебного года. Но несмотря на то, что угроза эпидемического подъема гриппа ожидается в нашем регионе лишь к началу января, обезопасить себя от вируса необходимо уже сейчас. Сейчас очень хорошее время, как раз хорошее время для вакцинации против гриппа. Вот сейчас в наш регион уже пришла вакцина, поступила детская Грипол плюс, поэтому мы начали прививать уже маленьких детишек, которые в детские сады ходят и которые ходят в школы, школьники. Вот, ну, могу сказать, что уже вакцина опробированная, и мы уже прививаем не первый год ей. Вот. И что сейчас бы хорошо было привиться, потому что где-то примерно 2-3 недели надо для того, чтобы сформировался иммунитет у человека. Но пока взрослая вакцина в регион не пришла, но уже до октября она должна будет поступить. Поэтому как бы, вот люди об этом должны подумать о себе. А если, например, какие-то организации имеются коммерческие или что, то сам руководитель должен позаботиться о своем о своих работниках и закупить вакцину и привить своих работников против вируса гриппа. Не стоит пренебрегать и иными способами профилактики заболеваний. Никто не отменял здоровое питание и укрепление организма. Также не помешает заранее заполнить свою аптечку самыми необходимыми препаратами и витаминами. Пить больше ягодных морсов и запастись медом. Но привиться, несомненно, нужно, тем более, что в последние годы грипп, как вы помните, у некоторых людей протекает очень тяжело и без последствий не проходит.